Почему вы оказались сегодня в Балаковском районном суде? Ну, чтобы поддержать Кристину, ее, так сказать, в этом нелегком деле. И выразить свое несогласие такого рода преступления. Я знал этих собачек. И тут одна из них, дочка нашей собачки. Милые, очень преданные существа, которые готовы погибнуть, защищая себя. Ну, что, собственно, произошло. То есть вы не свидетель? Вы... Нет, я не свидетель, я просто обычный слушатель. Неравнодушный гражданин? Да, неравнодушный. Следите вообще за этим процессом? Да, конечно. Ну, вообще-то это закон единый для всех. Но, к сожалению, у нас всегда это не работает. Будем надеяться, что справедливость торжествует.